Отправляемся туда. Бляха! Куда ты несешься-то? Куда ты несешься? Ну слышь ты! Ублюдок. А-а-а! Мне бы еще доехать. Фигушки. Такси, такси. Вези, вези. До ночных дорог. Мочих-то ног. Эй, эй. Эй, эй. Че, не можешь как этот? Что сейчас произошло-то, бляха? Нога. Ноги такие. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами GTA 5. Итак, у нас выполнено последнее громкое дело. Поэтому я так полагаю, что мы подошли к финалу. К финалу, к разгадке, к развязке. Вот. Между конфликтом, короче, между друзьями. Так, Франклин у нас отправился домой. Нам нужно теперь добраться до туда. Окей, дом у нас нынешний получается. Так, что с картой? Почему не двигается? Так, окей, нынешняя. Нынешний дом. Отправляемся туда. Бляха! Куда ты несешься-то? Куда ты несешься? Ну, слышь ты! Ублюдок. Бляха. Две звезды уже. Откуда? Драйвер. Иди в жопу. Бляха. Нет, нет! Драйвер. Остановите машину. Я, в принципе, не на машине, я на мотоцикле. Так что ваше предложение не принимается. Я пока еду до дома, наверное, сейчас останутся. Я надеюсь. Только вот я не понимаю, почему надо ехать домой? Что-то произойдет? Может, меня заложники возьмут? Или что? Может, там меня ФРБ ждет? Они же все-таки сказали убить Тревора. Вы сказали, короче, в комментах, что развязка будет довольно логичная. Ну как? Все логично, все будет четко, все логично. Короче, так. Вот. Ну, посмотрим. А-а-а! Мне бы еще доехать. Фигушки. Фигушки я доеду. Фигушки. Бляха, сейчас, наверное, где-то вообще там... Непонятно где, в больнице очусь. Понятно, мне нельзя давать мотоцикл, короче. Вот. Стой! Спасибо. У меня дела, мне нужна твоя машина, у меня дела. Так, Франклин, закрой дверь. Окей. Бляха, вот по воде здесь. В такую погоду, может, тачку-то несет. Нехило. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стоп. Аккуратно, спокойно. Не носись. Нет, стой. Вот они, я говорю, они специально вот поворачивают. Стоит только разогнаться, они поворачивают именно перед тобой. Или еще как-то что-нибудь, чтобы я врезался. Чтобы именно вот я врезался. Не дают они спокойно, короче, проехать-то.
разогнаться. Блин, вот до сих пор вот я удивляюсь, кто строил вот эти вот дороги, короче. Смотри, какие повороты просто жестокие. Кто, блях, этот архитектор этих дорог? Все, отлично, приехали. Опа, а у меня тут джипарь. Прикол. Прикол. Че, никого дома нет? Это... Бляха, стоило только войти, уже звонок в дверь. Кого там еще принесло? Я хотел отдохнуть. Выпить винца. Эй, умник, это я. Какого хрена тебе нужно? Ты деньги принес, мудак? Слушай, у тебя есть кокосовое молоко или что-нибудь подобное? Мне нужны электролиты. Черт, жарковато, да? Чувак, ты что, на тот свет торопишься? Тебя прямо сейчас туда отправить? О, нет, брат. Не меня. Не. О, да. Но это же мой кореш. Он предал всех, кого знал. Он травил тебя в дела федералов и сорвал несколько моих бизнес-проектов. От него нужно избавиться. И знаешь что? Я бы хотел сказать, что тут ничего личного, но на самом деле это очень даже личное. Но федералы, они приказали убить Тревора. А я, естественно, не могу замочить обоих. Федералы, Стив Хейнс, Дэйв Нортон. Этих клонов я бы даже в свои торговые центры на работу не взял. Я могу сделать один телефонный звонок, и все, их карьеры конец. Ну что, будешь слушать? А, человек, который мечтает о пенсии 50 кусков, или Б, миллиардера, которому даже президент позволяет тискать свою жену, или В, словно полный идиот, постараешься спасти своих наставников, и в результате станешь врагом для всего штата. А, Б или В? Время пошло. Тик-так, тик-так. Твой ответ? Знаешь что, чувак? Пошел ты в жопу. Гениально, приятель. Просто гениально. Но времени у тебя все меньше. Подумай об этом. А у меня на носу триатлон. Нужно тренироваться. Пока-пока. Иди в жопу. Нормально. Так, убить Тревора, убить Майкла, спасти обоих. Нормально, да. Этот хочет, чтобы я убил Тревора, тот... Ой, этот хочет, чтобы я убил Майкла, тот хочет, чтобы я убил Тревора. Блях, они мне ничего не сделали. Вот они мне ничего не сделали. Я спасу обоих просто. Я просто спасу обоих. Не плевать. Они мне ничего не сделали. Франклин? Франклин? Лестер, чувак, нужно поговорить. У меня проблемы, и ты можешь мне помочь. Да пошло все в жопу. У нас всех проблемы, и ты можешь всем нам помочь. Успокойся, ладно? И приезжай ко мне. Ладно, ладно, еду. Так, еще и Лестер тут что-то впутывает. А Лестер чем поможет, интересно? Так, ладно, я поеду на своей тачиле. Так, стопэ. Лестер, Лестер, Лестер. Блях, а ну почему они все далеко так? Надо было таксишку вызвать. И не париться. И не париться. Так, сейчас, наверное, я, блин, это в город въеду, короче, и такси, наверное, вызову. Просто жесть. Настолько далеко все. Так, ладно. Сейчас здесь день паркануть. Все хорошо. Так, такси. Такси, такси. Нафиг, не то. Такси, такси, вези, вези. До ночных дорог, мимо чьих-то ног. Hey, can I get a cab? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Alright, thank. Так, я думаю, это вот этот, да? Нет? Вон. Вот же такси. Вон еще чувак сядет в такси, нет? А, нет.
такси, 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 вези. Такси, такси, вези, вези. На-на-на-на-на-на-на. А, это вот мое такси, да? Ништяк. Так, едем, короче, куда? Точка маршрута, да? А, тут, наверное... Да какой телефон? Да в смысле, как тут? Вот, да. Все, едем к Лестеру. Пропустить. Так, пропустить, я говорю. Вот так, сэкономим время, потому что неизвестно, как, насколько затянется эта вот... миссия финальная. Может, это и не финальная миссия. Я фиг его знает. Я не знаю. Так, приехали к Лестеру. Окей. Окей, на. На стол. В чем дело, брат? Как ты думаешь, мать твою? Чувак, ты только представь себе сценарий, в котором все накроется еще более страшной жопой. О, в голове столько вариантов. Но знаешь, я боюсь, что ляпну что-нибудь, а ты потом сдуешься и скажешь, что нет, просто у одного парня такая же татуха. Почему тебе просто мне не сказать? Один мудак хочет, чтобы я убил Майкла. А другой мудак поручил мне убить Тревора. Я не могу убить их обоих. Чувак, я в полной жопе. Ни хрена не знаю, что делать. Черт. Вижу. Кто эти мудаки? Стив Хейнс, злобный мудак из ФРБ. И Девин Уэстон, ну, ты знаешь, тот злобный, богатый мудак, который вообще хрен знает, с какой норы. Точно. Так, так, ну я бы сказал, убей Майкла, а затем Тревора. Чувак, ты это серьезно? Ты в жопе, понимаешь? Я даже не знаю. Чувак, ты знаешь все. Знаю, но мне жаль, мне жаль. Других вариантов нет. Не представляю, как тебе можно разобраться сразу с обоими. Знаю, чувак. Черт. Мы в полном дерьме. Каждый из нас по уши в дерьме. Если только... Так, у Стив Хейнса большие проблемы из-за бойни в центре Кортс. А Девин Уэстон? А, невероятная сука. Б, друг Дона Персиваля, который руководит Мэри Уэзер. Более того, мне кажется, Уэстон владеет частью Мэри Уэзер. Точно, 11%. Совсем неплохо для псевдолиберала владеть армией наемников. И оба наверняка позарятся на слитки, которые мы только что взяли. Если я скажу им, что вы сейчас в литейной Мурьетта Хайтс переплавляете золото, то может они оба нанесут вам визит. И бам! Мы берем их голыми руками. Других идей у меня нет. Ладно. Я свяжусь с Майклом Тревором. Ты двигай в литейную и приготовься. Понял. Хорошо. Черт. А Ламар тут при чем? Ну и чё там? Да жопа у нас полная, братан. А, все в норме, Нигер. Кто-то в странном расходе может лучше, чем такой странный псих, как я. Фу, я это и хотел услышать. Короче, слушай, я сейчас за тобой подъеду. Жду. А Ламар-то при чем здесь? Так, на мотопедке-то можно, да? Или на такси за этим заехал. Просто на дело на такси поехали. Короче, я так понял, они сейчас ловушку сделают этим двум дебилам, короче. ФРБшнику и там, богатею. Заманить их, короче, на литейную и просто бам-бам-бам. Но я надеюсь... Я не надеюсь, а предполагаю, что... Они придут не одни, короче, с подкреплением. Во всяком случае, вот этот, кто он там, Хейнс, да, который... Или Аня, или не Хейнс, Хейнс, да? Или Дэвин, как он? Который богатый. Он по-любому придет... С наемниками. Так, мы едем в один литейный цех. Приедет с наемниками по-любому.
А второй ФРБшник, я не думаю, что он приедет, короче, с подкреплением ФРБ. Ну, с федералами. Хотя фиг знает, все возможно. Блях, я думал, сейчас будет, ну, передо мной будет проезжать, проедет тачка. Не остановится. Least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't gonna carry your motherfucker, you frontin' ass, huh? Я не хотел. Я думал, просто рядом проеду. Он по-любому живой, я его только рукой задел. Все, приехали. Слушай, там должен быть Майкл Тревор. Ты можешь тут постоять? Нам маякнуть, когда жулики приедут. Понял, чувак, звякну. Так, войти в литейную. Ой, сейчас будет жестко. Я думал, битва с Мериозер была самая жесткая. Я думаю, сейчас будет вообще трэш. Где эти два ушлепка? Может, это у нас последний бой с армией наемников? А ты взял с собой винтовку? Да, винтовка. Это хорошее оружие. Оно меня не подводило. Это оружие заставляет меня думать, что это подстава. Это и есть подстава. Мы заставляем Мэри Уозер. Какого хрена я рискую своей шкурой, спасая вас, мудаков? Если вы собираетесь перестрелять друг друга. Меня ты не спасешь, ты спасешь его, а ты спасешь жирного ублюдка. Чуваки, включите наконец ваши гребные мозги и помиритесь. Иначе я каждого шипингую пулями. Нашпигую, то есть. Очень мутные чуваки подкрадываются. Отлично. Ты слышали? Ну, значит, сейчас или никогда. Тревор, давай. Твою мать! Что мне делать? Так, чувак, ты идешь вон туда. Ладно, что мне делать? Ты занимаешь позицию здесь. Ладно, я пойду туда. Оцепите здание, следите за своими секторами. Чувак, расслабься, жди. А смотри, нет полиции. Или это Мэри Уозер? А, это нападите из засадной группы ФРБ. И будете готовы. Так, как буду я готов? Не спекали же, я буду готов. Все, погнали. Да начнется, мать его, игра. Из-за этого свечения, вот литья там какого-то, я херово все вижу. Слишком ярко все. Здесь Мэри Уэзер, они тут по верхней двери, на дальней стороне. Так, 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 Майкл там. Мэри Уэзер на Майкла напал, да? Бляха, Тревор теперь. Ёпта. Да, перейди ты на Тревора. Спасибо, что пришли, козлы. Лежать, мать вашу, лежать. Это золото будет наше, не ваше. Хотя я не уверен, что именно здесь плавится то золото, которое мы украли. Хотя фиг знает, может и здесь. Где ты? Эй, кажется, они меня заметили. Они меня окружают. Мы разберемся, вручая своего друга.
Ладно, ладно, я уже иду. Вы же эти Франклина. Точно разберетесь. Иду с минуты на минуту. Так. Надо вниз спускаться. Так, 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 лестница вниз. Где-то там лестница вниз. Где ты, лестница вниз? Сосник, блин, сос. Да иду, иду, держись, братан, держись. Держись. Сейчас приду, сейчас все будет. Да я в курсе, что тебе нужна помощь, я сейчас приду. Все будет, ништяк, чувак, не ссы. Я не вижу лестницы спуска вниз. Блях, а как мне спуститься вниз? Я понимаю, что тебе нужна помощь. Я не вижу, где спуск вниз. СОС, СОС. Нашел. Да в смысле? Бляха, я только нашел выход. Ламар погиб. Ну кера ты там погиб-то? Эй, эй. Эй, эй. Я иду. Алиса? Так. Никого? Не иду ко мне. Пошел вон. В смысле, что это такое? Сейчас рванет? Так, погоди, а где он? Он здесь где-то? А, он на улице же стоит, точно. Ох, хереть. А, смотри, сколько красных точек. Все, погнали. Сдержите натиск врагов. Ща мы сдержим. Это ФРБшники. Да? Нифига не мэрюзер. А, нет, наемники написано. Хотя, блин, я уже не понимаю, кто есть кто. Я. Взорвись ты уже там. Ти, Ти, отвечай. Фрэнк, кажется, Ти в беде. Он не отвечает. А там, где я его видел, в последний раз сейчас отряд ФРБ. Мне нужно оставаться с Ламаром. Так. Да ну нафиг, Тревор, Тревор, ты чё? Ладно, я постараюсь найти его. Эхо, Тревор. Кончай вести себя как козел, пожалуйста. Блеха, я там не вижу никого. Я никого не вижу. Ну, вижу. Сидит. Готов. Яха. Ну, вылези. Готов. Давай быстрей! Готов? Блеха, подмога. Чё они все такие нетерпеливые, томатик? Давай, умри. Блеха. Не можешь как этот? Что же произошло там, блеха? Нога, ноги такие.
Звездец. Ну так сложно. What's the problem, T? На. Can you stop being an asshole, please? Не надо добежать, он до той рубки, я так понял, да? Или чё? Или куда? Всё, бегу. Come on, T, cut it out! Давайте, да бляха пробежал. А чё ты так, это, не останавливается как-то, сразу. Я отпустил, он ещё бежит. Да в смысле, как это? А Тревор погиб. Да ладно. А чё он погиб? О, пошли вон, короче. Я думал, не разобьюсь. Да ты чё застрял-то, ну? Да где ты? Блядь, чё так всё медленно? Слишком медленно. Иди ты к Тревору уже. Где он? Здесь? Погоди, а где Тревор? Чё он здесь сидит? А вот и где. Я так за тебя волновался. Мне вломили, я решил немного переждать. Приятно, что ты о мне беспокоишься. Ладно, больше так не делай. Ещё рванёт, смотри. Осторожно, сюда идёт много врагов. Да в смысле? Просто тебя вымораживает. Здесь вроде ничего сложного такого нет, но бляха, из-за этого какого-то тупизма вообще непонятного. Все как-то медленно, что-то... Как эти, бляха. Пешочком вот идет. Беги давай, ну. Пешочком он идет, блядь. Все. Шли вон. Нахер. Nice to see you so worked up. Next time I'll leave you to it. Go look out for agent. Давай, речи, перезаряжайся. Да стреляй ты, твою мать, дебил! Пять раз нажал, блях. Бесите. Еще бегут. Это просто жесть. Он, короче, вот просто на вскидку, вот когда вот такая вот, ну, когда спецспособность включаешь, а получается он не стреляет на вскидку. Что там, один остался? Неужели? Да, иди. Блёха, еще с двух сторон. Всё. Да, все чисто. Прям здание зачищено, идем к выходу. Ошибись. Да в смысле, куда ты бежишь? Майкл, ты такой тупорылый, а? Да в смысле?
Погоди, он сказал, бежим к выходу. А куда он бежит? Поверху куда-то. Непонятно. Выход наверху? На крышу, что ли? Или куда он побежал? А, вон он стоит. Фу, чё-то какая-то висячая миссия. Охренеть их там! Чувак, тут реальная жесть. Да я уже вижу. Как аптечка. Чё не взял? Не берю. Да в смысле? Это самый произвольный, не знаю, движение. Так. И в кого? Где в кого стрелять? За машиной. У них такой камуфляж, что сразу ты и не заметишь, не увидишь. Вертолет. Все, долетался вертолет. Я сказал, долетался. Так. Так, надо место поменять, наверное. Потому что нихера никого не вижу. Да в смысле, кто стреляет, ты бы? Что самый этот хитро выжранный, что ли? Охренеть их там. А не он под низом, подо мной, под там внизу. Он внизу! Как у него пули летят вот так вот, чтобы Майкл погиб-то? Полнейшая дичь. Да! А почему я снизу-то? Я же был наверху, почему я снизу? Короче, непонятно, кого, куда, в кого стрелять, кого спасать. Да, ты не сдох. Да в смысле, чё ты не дохнешь-то, падла? Все, отлично. Бляха, ты... Дебил. Пошли вон отсюда. Пошел. Твою мать, вот мне нужна помощь. О, Франклин, зашибись. Молодец, красава. Уважуха. И почет. Вертолет. Сейчас ТП. Все, долетался. Так, где они? Где эти ушлепки? Лёха! Так. Просто Майкл. Рембо, мать его. Отлично. Возможно, это все. Встречаемся в погрузочном отсеке. Ништяк. Жизни, правда, вообще. С гулькинкой.
Похоже, у вас все получилось. Ага, пока. Вот именно, пока. Что дальше, а? Будем дождаться, когда нас убьют? Или это того, что эта сука снова переметнется? Да пошел ты! Никто никуда не переметнется, и ты это знаешь. Слушай, чувак, я так понимаю, что это дерьмо нам еще долго расследовать. У нас куча старых друзей, которые можно вправить мозги. Куча друзей. Похоже, будет много кровищи. Нет, нужно просто заткнуть рот паре болтунов. Ну давай посмотрим это. Стив Хейнс и Дэйв Нортон. Нет, он нам нужен живым. Зачем? Чтобы потом до нас никто не докапывался. А тот мудак из триады, которому кажется, что у вас двоих роман. Твою мать, он точно вернется. А, точно. Ну кто? Парень, который подставил Ламара? Стрэч? Мы его звали? Ага, Тревор завалит кого угодно, лишь бы утолить жажду крови. Эй, это называется расставим точки над «и». Если мы хотим жить в мире и спокойствии, нужно расставить точки над «и». Чувак, от Стрэча одни неприятности. Но тогда нам нужно будет разобраться с старыми друзьями, с Дэвидом Уэстом и... Ну, там поняли, да? Для начала позвони Лестеру, что ли? Кто это? Прекратите звонить на этот номер. Это я, чувак. А, ты жив? А то я подумал, что твоя мобила попала в чужие руки. Не, слушай, я тебя включил на громкую. О, Майкл жив? Да, я тут. А второй? Я еще посмотрю, как тебя в землю закопают. Угу. Чего ты хотел? Просто побазарить? Нет, есть работа. Можешь дать нам координаты кое-каких личностей? Постараюсь, кто вас интересует. Для начала Стив Хейнса. И этого козла Дэвина Уэтсона. И Вэйчена. Вэйчен. И еще Стрэча, приятеля Франклина. Стрэча? А, его настоящий имя Гарольд Джозеф. Ну ладно, я могу вам сообщить, что агент Хейнс снимает свое шоу на пирсе Дель Пьера. Разрешение на съемке появилось мгновенно. Чур он мой? Мне сразу захотелось шмальнуть в эту сука, как только я его видел. Ладно, ладно, ладно. О, у меня есть сигнал мобильника мистера Гарольда Джозефа. Он в центре отдыха имени Би Джей Смита. Им займусь я, нельзя, чтобы его видели в компании закоренелых преступников. Идет. А для меня есть что-нибудь? Кредитка Тао Чена только что заплатили за бутылку Магну в клубе Пасифик. Ладно, я спрошу у него, куда я приду. Когда что-то найду мистера, ладно, отлично, короче, я устал просто, я устал читать. У меня язык уже не поворачивается. Так, убейте мистера Чена, погнали. Так, план мы застанем, давай его осуществим. Мы должны уничтожить выбранные цели, любое отклонение от плана приведет к замешательству. Короче, понятно. Три цели, три убийства, понятно. Сейчас мы это все сделаем. Как нефиг. Самое жесткое прошли, короче. Я так понимаю. Я не думаю сейчас, что тут будет сейчас дичайшие перестрелки там или еще что-то такое.